дежурную часть МВД России по Красногорскому району поступило заявление от местного жителя о том, что у одного из домов на улице Институтская неизвестные завладели мопедом, принадлежащим заявителю, стоимостью более 20 тысяч рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих мужчин 26 и 28 лет. По данному факту следственным управлением МВД России по Красногорскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.